У нас хищники напали на гнездо цапель. Цапельки живут вон там, на верхушках сосен. У них гнездо. И вот сейчас трое хищников прилетели, напали на гнездо. Некоторые взлетели, малыши маленькие. Мамаша с папашей отводили, отводили от гнезда. И так ничего не получилось. Вот, малыши сейчас разлетелись. Вот кто-то улетает. А вот это, вот какие-то хищники, вот.